Всем привет, начинается монтаж теплицы Легенда 4х4 под стекло. Пока приехали, распаковываемся и начинаем собирать. Заказ теплицы установили, закрепили, установили по низу отлив, обшили стены стеклом. Сейчас идет подготовка к покрытию крыши. Подготовим, будем крыть. Мы покрыли, параллельно делаем торцы и устанавливаем форточные блоки с термоприводами. Работа кипит. Вот так даже не скажешь, что стекло лежит на теплице. У нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 4х4 под стекло. Идем смотреть. Лицевой торец у нас с дверью, с алюминиевой. Дальний торец глухой. Имеется два форточных блока на термоприводах, имеется система подвязки 6 ниток, расположен согласно будущим грядкам. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 60, также есть труба 40 на 20, 20 на 20, 40 на 40. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все у нас на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров, по низу сделан такой фигурный отлив. Дверь алюминиевая, как я уже сказал, на крючке держится. Стекло 4 мм. Толщиной крепится к каркасу с помощью профиля, системы, база, крышка. Все везде прикрыто. Голого стекла нигде нет. Имеется в виду кромки. Вот такая вот отличная теплица Легенда 4х4 под стекло у нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.